Хочу сделать видеообращение к главе Республики Дагестан. Меликов Сергей Алимович, мы жители села Мучох, Кунзасского района, Республики Дагестан. Обращаемся к вам по поводу беззакония, творящегося чиновниками Дагмелимватхоза по отношению к нашим односельчанам. Пока мы 18 военнослужащих, жителей маленького села Мучоха, находимся здесь на СВО, в нашем родном селе хотят огородить по периметру длиной 4 километров озеро, которое находится на территории нашего села. Нам интересно озеро, которое по паспорту, утвержденным приказом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды номер 86 от 24.09.2007 года, является озером, вдруг стало гидротехническим сооружением и водохранилищем.